Здравствуйте. Сделала сегодня из бутылки из-под йогурта совочек для кошачьего лотка. Мне понадобился канцелярский нож, еще маркер и саморез с огнем. Нарисовала форму совка, вырезала. Такой получился. Сделала саморезом несколько дырочек. Еще сделаю, чтобы по всей площади было. На сдачу вот такая вот штучка осталась. Посажу сюда лук на зелень. Если у кого-то есть мысли, как можно сделать удобную ручку, жду ваших комментариев и подписок.